Сегодня на нашей площадке работает специальный гость из города Владимира, фолк-группа «Мужики». Давайте их встретим с вами бурными аплодисментами. Крепкого желаем, процветания, успеха, ну а про Россию, про просторы нашей Родины сложено очень много прекрасных, красивых, душевных песен. Есть одна, которая еще мало известна, которая только-только набирает свои обороты, популярность. Вот, сейчас мы вам ее исполним, я думаю, что она вам обязательно понравится, и в ваших сердцах для нее найдется местечко. Поехали! Yeah.
Россию завоюем. Цените нашу родину, нашу страну, потому что она на самом деле одна у нас такая, единственная, неповторимая. Ну что же, а сейчас мы вам предлагаем вернуться лет так на 100, на 150 назад и вспомнить старых добрых извозчиков, которые перевозили нас на своих экипажах, рассказывали веселые истории, пели песни. И вот в дань этим людям была написана замечательная добрая песня, которую многие из вас знают, поэтому давайте вспомним ее вместе с нами. Поехали! А вы нам можете похлопать, нам это очень нравится. Оп, да, можно погромче немножечко. Поджидаем синяка.
россияне. По нашей годы наливные, мы друзья стареемные, ты, а не равна, как прежним мне. По нашей годы наливные, мы друзья стареемные, ты, а не равна, как прежним мне. Как прежним мне. Вот такие вот раньше были интересные поездки с извозчиками, которые тебе, о, что прерывается, которые тебе и песенку споют, и историю расскажут интересную. Ну а мы продолжим вместе с вами, вспомним еще одну известную веселенькую песню «Параня». Поехали! Скрипело. Вот такие вот замечательные танцы были раньше у наших прабабушек, прадедушек, и с граблями, и со скалками, там, с горшками, что в быту было, то и пригождалось на вечерках. Ну, а мы продолжим. Антон, скажешь что-нибудь? Ты выключился. Не знаю. А, раз, два, три. О, есть. Раз, два, три, три, два раз. Начинается колбас. Ну ладно, вроде нормально. Ну ладно, вроде вышли, пошумели что-то.
минутка патриотизм прошла. Вспомнили старых добрых таксистов. Попрыгали с дроблями. Теперь давайте на самом деле о грустном. Так на Руси повелось, что страдания в основном всегда были женскими. Ну, мужик такой раз такой, поматросил и бросил, но коллектив нас мужской. Убери бубен. Извините. Перед нами огромное количество прекрасных женских лиц, поэтому, милые дамы, давайте вот на сегодняшний день вот закончим с этой исторической несправедливостью. Давайте сегодня и для вас пострадают мужики. Ты уверен? Не знаю, судя по тому, что тишина, видимо, не уверен. Ну ладно, как говорится, слово не воробей. Вы не поймаешь? Итак, страдания мужские. Ну, для начала лирические. Поехали. Каждый вечер в новый клуб. Саша, повторение, говорит, мать учения. Поэтому давайте, дабы закрепить достигнутое, страдания мужские! Позитивные! Все равно тебя уже не будет, а лучше кому они, кому.
линейку, как говорится, пострадали и будя. Да, пострадали и будя, тем более это все шутка. Любите, цените, берегите друг друга. И поменьше пейте наши сладкой вкусной кровушки. Ага, и поменьше клюйте наш светлый мужской мозг. Я знаю, что такое боль, я был женат. Причем два раза. Да, я знаю, что такое настоящая боль, я был женат два раза. Ну, давайте уж, коль затронули такую любовную тематику, споем еще одну песню, даже не песню, а частушки про любовь. Тем более у каждого любовь своя, у кого-то взаимная, у кого-то неразделенная. Вот, а какая любовь у нас, мы сейчас вам и споем. Давай, Вован, поехали! Эх, рви душу, Вовася! Да. Ух! Сердце не забудет, ой-ой-ой-ой-ой, мама,
будет. Спасибо. Что-то такое ощущение, как будто вы нас уже провожаете со сцены, да? Нет? Еще? Люди бедные на солнце сидят, загорают. Действительно, бедные. Я просто заплакал. Ну, мы сейчас с вами живем в такое время, что, наверное, невозможно не затронуть, не коснуться каких-то политических вопросов, политических действий. Моментов. Да, моментов уморы. Мы, мужики, как вы уже успели заметить, русские, любим нашу русскую музыку, русскую культуру. Но у нас не получилось не затронуть этих вопросов. Дали слабинку, взяли к себе в репертуар одно политическое произведение. А что это за песня, вы сейчас и услышите. Ну, поехали! На сцене. Привет! Эй! Тоже синенькие.
смысле? Это великий проект. Ладно, мы. Там дети. Сережа Петровича. Ну ладно уж. Я про костюм вообще-то. Каждый думает. В смысле? В меру своей распущен. Ну ладно. Можно долго тут дискутировать. Сейчас нам понадобится ваша помощь. Yes. Ручки-то у всех есть? А ножки? О, отлично. Давайте немножечко разомнемся вместе с вами и вспомним известные популярные ритмы. Поехали! Топ! 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 Ла-па-па-ра-м, 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 ра-ро-ра-ра-м. Ла-па-па-ра-м, ла-па-па-ра-м, ла-па-па-ра-м. Стучат бокалы в такт. Так гуляет же вся Россия, если мы гуляем так. Бьются песни, бьются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Так гуляет же вся Россия, если мы гуляем так. Так гуляет же вся Россия, если мы гуляем вся Россия, если мы гуляем так. Еще. Ну давайте напоследок споем вам еще одно произведение, тем более наша Владимирская земля славится своими талантами, один из них это Леонид Горбенев, которого вы прекрасно знаете, его песни звучат и на сцене, и в кинофильмах, и вот одну из его песен мы сейчас напоследок, так сказать, на ход ноги и вспомним. Ну поехали! Yeah! Hey! What? Oh!
еще раз с праздником! И хотел напомнить, что сегодня специально для вас и, конечно же, вместе с вами играла, пела и плясала немножечко фолк-группа «Мужики!»